Такие периоды бывали, что вот когда это, вот эта система ломалась, и какое-то количество времени продолжительное не работала сигнализация. Такое вообще бывало за время вашей работы? Ну, конечно, бывало. Соответственно, я как говорю, что я все мы все указывали в рапорте, приема сдачи дежурств. Так кто отвечает за это? А сколько она бывала? Вот поскольку она бывала отключена? Это сколько? Несколько часов, несколько дней? Да и не один день была даже отключена сигнализация, некоторые места, соответственно. Не один день? Потому что, как мне объясняли, я, естественно, интересовался постоянно. Приходим, смотрим охрана пожарной сигнализации, что работает, какие разделы, какие не работают. Естественно, интересовался других охранников и инженеров, почему данные разделы не работают. В связи с тем, что шел ремонт спецназа. Я же говорю, что 19-го числа она беспричинно срабатывала. Ее приходилось из-за этого отключать периодически, чтобы она не мешала? Я конкретно не отключал, то есть вызывал тепло. Виновным здесь я, конечно, не считаю. Но... Что, конечно, такое произошло, да, это трагедия, и я сам себе места не нахожу.